Новогодние праздники в фигурном катании – это пора ледовых шоу. Но многие сумели встретить 2023 год не за работой, а в эффектных нарядах и поздравить своих болельщиков и фанатов. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поздравила подписчиков с Новым годом и зажигательно станцевала с сестрой Сабиной на фоне елки. Поздравляю вас и ваших близких с наступающим Новым годом. Пускай кролик принесет вам много счастья и любви, а тигр заберет с собой все невзгоды и печали. Огромное спасибо хочу сказать моей семье, которая всегда была рядом, друзьям, которые поднимали мне настроение каждый день, болельщикам, которые поддерживали все мои начинания. Федерация конькобежного спорта Японии опубликовала поздравления с Шомы в соцсетях. Это Шома. Поздравляю всех с Новым годом. Хочу, чтобы грядущий год стал счастливым. Прошедший год был для меня очень хорошим. Я считаю, что смог показать всем, кто меня поддерживает, свой рост и желание совершенствоваться. В следующем году я хочу совершенствоваться еще больше. Благодарю вас за поддержку. Серебряная призерка Олимпиады 2022 года Александра Трусова поздравила поклонников в разодетом платье в компании своих любимых собак. Саша написала просто «С новым 2023 годом». На катке в ВДНХ в Москве предновогоднюю ночь встретили вместе олимпийская чемпионка Камила Валиева и Ангелина Мельникова. Компанию им составили Елена Еремина и Ева Уварова. Чемпионка мира 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева поздравила подписчиков с наступлением Нового года в коротких шортах и топе. «Никаких надежд, никаких желаний, лишь бы не было хуже», – написала спортсменка. Также Изуру Хани разместил сообщение для своих фанатов на официальной странице в Твиттере. «Поздравляю вас с Новым годом! В 2022 я получил много энергии, поддержки. И в 2023 тоже с твердым намерением давайте продолжать двигаться дальше. Пусть для вас этот год станет тем, в котором вы будете чувствовать себя счастливыми». Олимпийский чемпион Нейтан Чен в своем инстаграме подвел итоги 2022 года рядом с снимков и подписал «Спасибо за все, 2022». Дарья Усачева и Анна Щербакова отмечали этот Новый год вместе. Усачева на своей странице в Инстаграм написала «С Новым годом! Всех благ, здоровья, счастья и большой удачи! Мы с Анной Щербаковой шагнули в этот Новый год вместе. А вы как отпраздновали?»